300 миллионов рублей выделили из бюджета Башкортостана в этом году на закупку лекарств для орфанных больных. За два последних года расходы составили 510 миллионов рублей. Данные были озвучены на заседании правительственной комиссии республики по вопросам эффективного и целевого использования государственного бюджета. Стоимость лечения одного больного в среднем обходится от 1 до 1,5 миллионов рублей в год. За 6 лет количество больных в регионе возросло с 327 до 504, 242 из которых дети. В настоящее время к полномочиям республики отнесено бесплатное лекарственное обеспечение по 17 видам орфанных заболеваний. Перечень их утвержден правительством Российской Федерации. Около 500 человек страдают болезнями из этого перечня. Для лечения орфанных заболеваний необходимы дорогостоящие препараты. Без финансовой помощи страны государства затраты на лечение для больного и его семьи часто непосильны. Общественности всегда... На сегодняшний день в республике диагноз «орфанное заболевание» ставится одному человеку на 10 тысяч жителей. По итогам заседания республиканскому Минздраву поручено проанализировать обеспечение лекарственными препаратами больных, а также внести изменения в регламент взаимодействия участников реализации программы льготного лекарственного обеспечения. Обеспечения.